Было уничтожено 3 незаконных посева конопли в Адлерском, Центральном и Лазаревском районе Сочи. Так, уголовной ответственности привлечены 74-летняя пенсионерка, вырастившая в огороде 50 растений конопли, и 25-летний сочинец, у которого было изъято 37 растений дурмана, подготовленных к высадке на садовом участке. У него же было изъято более килограмма готовой марихуаны. В Адлерском районе в ходе специализированного рейда наркополицейские обнаружили спрятанную среди лесных зарослей уже сорванную и разложенную для просушки коноплю. Незаконный урожай состоял из 24 растений. Кроме самой марихуаны, оперативники изъяли корни растений и остатки удобрения, которые подсыпали в грунт для повышения урожайности. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. В ходе первого этапа операции «МАК» наркополиции проводились мероприятия по поиску мест выращивания запрещенных растений. В результате было выявлено 3 посева конопли. Из незаконного оборота было изъято более 20 килограммов наркотических средств растительного происхождения и частей наркосодержащих растений. Операция «МАК» продлится до конца октября 2013 года. Возбуждено 62 уголовных дела, привлечено к уголовной ответственности 50 человек, составлено 52 протокола об административных правонарушениях. Инспекторы также проводили встречи с главами и жителями сел, разъясняли ответственность за культивирование наркосодержащих растений, уделили внимание и профилактике, провели беседы с подростками о вреде наркомании и ее последствиях.